поликлинике «Быть». В новом городке продолжается реконструкция здания, в котором раньше находилась медсанчасть. После того, как все ремонтные работы будут окончены, жители Медвежьих озер смогут посещать новые учреждения здравоохранения. Ход реконструкции проверил глава городского округа Щелково Сергей Горелов. Уже начали ставить леса, они закончат фасадные работы. Тепло в само здание подано, уже полностью отштукатурен второй этаж, заканчиваются штукатурные работы на первом этаже. Ну а то, что подали тепло, это дает возможность приступать к финишной отделке помещений, а значит в последующем к укладке плитки на пол и оклейке обоев. В здании отсутствовала вода, электроэнергия и тепло. На данный момент при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, а также местной администрации эти вопросы решены. Остается лишь скорректировать график работ, которые еще предстоят. На сегодняшний день закончены работы по возведению перегородок, оштукатуриванию, облицовке фасада, все наружные работы по отмостки, вот пандусы, вы видите, лестницы. Объем работ, на самом деле, выполнен достаточно большой. Остались работы по так называемой финишной отделке. В заключительный этап реконструкции входят также работы по монтажу слаботочных сетей. Планируется, что ремонт будущей поликлиники должен быть окончен к концу февраля 2020 года. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.